Казахстанцы выступают в защиту основателя Телеграма Павла Дурова. Так глава Минцифры Жаслан Мадиев написал пост в Facebook, в котором поделился опытом работы с мессенджером. С его слов, Минцифра вместе с Телеграмом неоднократно решала проблемы с наркотрафиком, утечкой данных и другими преступными аферами. Финразведка Казахстана за год выявила 55 каналов по продаже наркотиков в Телеграм, общий оборот которых превышал 48 миллиардов тенге. Одним словом, у Казахстана есть положительный опыт сотрудничества с соцсетью. В свою очередь, Союз журналистов Казахстана тоже поддержал 39-летнего миллиардера. В 2018 году Павел Дуров стал лауреатом премии Союза за свою принципиальную позицию против цензуры. Казахстанцы призвали французские власти соблюдать права Павла. Напомню, основателя Telegram задержали в субботу в парижском аэропорту. По предварительным данным, предпринимателя обвиняют в недостаточной модерации мессенджера, а также в том, что он неоднократно отказывался сотрудничать с полицией. Такой отказ якобы делает его соучастником преступления. Дурова подозревают по таким тяжелым статьям, как незаконная торговля наркотиками, терроризм и преступление против детей. По совокупности ему грозит более 20 лет тюрьмы. В поддержку Дурова выступили тысячи людей по всему миру. Пользователи запустили хэштег #FreeDurov. На маркетплейсах появились продажи футболки с призывом освободить основателя Telegram. Пост в защиту Павла опубликовал Илон Маск. К нему присоединился политический обозреватель Такер Карлсон. Вице-спикер Госдумы Российской Федерации Владислав Даванков призвал МИД РФ добиваться освобождения основателя Telegram. Вот такие разные люди выступают в поддержку Дурова. В чем заключается феномен самого Павла и его соцсети Telegram? Почему эта тема оказалась столь близка казахстанцам? Как могут развиваться события? Обо всем этом мы поговорим с исполнительным директором интернет-сосайти «Казахстан» Талгатом Нурлыбаевым. Талгат, здравствуйте. Как слышно нас? Добрый вечер. Слышно хорошо. Угу. Ну, меня тоже хорошо? Да, я вас прекрасно слышу. Сейчас отлично. Весь мир обсуждает арест основателя Телеграма Павла Дурова. Как бы вы оценили это событие в глобальном масштабе, в масштабе развития соцсетей и в масштабах Казахстана? Ну, правильнее называть было бы Телеграм мессенджером. Но, скорее всего, все-таки так, если так точно придерживаться формулировок, да, но все-таки ваше определение, наверное, больше подходит для нынешнего состояния Telegram, потому что Telegram, да, из мессенджера превратился уже в социальную сеть, там есть свои каналы, есть какие-то очень популярные каналы. И на сегодняшний день, вот как было высказано в заявлении команды Telegram официальном по поводу задержания в парижском аэропорту Павла Дурова, почти миллиард пользователей в данный момент уже в этом мессенджере или социальной сети Telegram уже мы видим. Но с моей точки зрения, мне кажется, это такое неоднозначное событие. То, что Павел Дуров в своем Телеграме, он никакой цензуры, или там он против всякой цензуры, которая приводит к тому, что этим телеграммом пользуются различные люди не такими недобрыми целями, например, наркоторговцы или там изготовители детской порнографии. И я думаю, что отсутствие цензуры в этом смысле, конечно, неправильно. И тут надо соблюдать такой очень тонкий баланс между свободой слова и тем, чтобы не допускать различных преступных преступного использования данного мессенджера или там какого-то другого средства. Угу. Ну, смотрите. Я сейчас закончу свою мысль. Я, знаете, как-то вот если посмотреть, кто выступает в защиту Телеграма, основатель Телеграма Павла Дурова, это российские политические деятели, там, другие люди, ну, как Илон Маск, тоже человек с такой с неоднозначной репутацией. Я хотел бы еще отметить одну такую особенность Телеграма. Да, миллиард пользователей, конечно, солидно, но Телеграм очень популярен в странах с такими недемократическими режимами. Такими, как Россия, Иран, там, я не знаю, про Северную Корею не буду говорить, но в Казахстане у нас тоже достаточно он популярен.
А страны с развитой демократией, как Европа, допустим, Западная Европа, Северная Америка, там Telegram не очень популярен, и к нему относятся даже с несколькими подозрениями, потому что в основном там используют только вот преступными элементами. Угу. Ну вот смотрите, Казахстан – одна из немногих стран, которая оперативно отреагировала на арест Дурова. В его поддержку выступил и Союз журналистов, и чиновники от Минцифры. С вашей точки зрения, откуда такая поддержка? Ведь Павел Дуров для Казахстана иностранный, чужой бизнесмен. Или все дело лишь в том, что Telegram прям очень-очень популярная соцсеть в Казахстане? Как вы считаете? Ну, тут, наверное, несколько факторов есть. Ну, первый фактор – то, что, ну, как бы… Наше правительство решило показать, что оно за свободу слова. Ну, если наше казахстанское правительство, наши люди, которые управляют государством, действительно за свободу слова, так лучше доказывать не на примере Дурова, а лучше доказывать у нас в самом Казахстане. Вот известный факт, когда арестована журналистка была, которая освещала события Кантара, захват аэропорта, ей дали 6 или 7 лет за организацию захвата. Ну, это же смешно, да? Ну, вот, вот где надо бороться нашему правительству за свободу слова, а не где-то там. Я, знаете, как-то за судьбу Павла Дурова довольно спокоен, потому что там французское правосудие, оно все-таки имеет давние традиции, и там действительно есть состязательность, и я думаю, у него хороший адвокат, и я не думаю, что ему там что-то такое серьезное грозит. Ну, наверное, там, может быть, штраф. Может, они достигнут какого-то внесудебного соглашения. Ну, не знаю, но на самом деле, как бы, тут больше хайпа, да, то есть понятно, mm-hmm. что там говорят, что ему 20 лет дадут, на самом деле понятно, что никто ему 20 лет не даст тюремного заключения. Поэтому лучше бы нашему правительству лучше бы озаботиться свободой слова у нас в Казахстане, а не где-нибудь во Франции. Ну да, даже мемы такие гуляли в соцсетях на эту тему. А вот хотелось бы спросить, из тех данных, которые поступают от полиции, складывается картина, что французские, не только французские власти, хотят от Дурова, чтобы он либо дал доступ к личным данным пользователей, либо сам контролировал все, что происходит внутри соцсети. На что сотрудники Telegram уже сделали заявление, что невозможно модерировать 1 миллиард пользователей. Но власти, тем не менее, на своем настаивают. Так на чьей стороне все-таки правда? И вообще, реально ли контролировать такую огромную соцсеть, как Telegram? Не, ну есть же сети и больше. Социальная сеть, там, Facebook, там, по-моему, больше 2,5 миллиарда пользователей. И там нормально модерируется. В Ютубе тоже, как можно, тоже можно считать такой своеобразной социальной сетью. Там здесь тоже очень всякий контент очень жестко контролируется. Да, это требует затрат, это требует больших усилий технических. Там используются, конечно, последние наработки в области искусственного интеллекта, которые в автоматическом режиме. Естественно, человек не может... То есть взять, набрать там какое-то количество сотрудников, которые будут модерировать там 1 миллиард или 2,5 миллиарда пользователей, конечно, невозможно. Но есть автоматические средства. Вот последние достижения информационных технологий, вот в частности, этот искусственный интеллект, позволяет это дело модерировать. И все другие социальные сети, которые даже более популярны, более широко используются во всем мире, они модерируются, и ничего страшного не происходит. Ну, надо вкладывать деньги. Он миллиардер, в принципе, мог бы в это дело вложиться. И если он сам не может, то можно купить решение готовое там у других компаний. Угу. Ну вот со стороны кажется, что складывается такая патовая ситуация. С одной стороны, пользователи хотят конфиденциальности, да? Именно это и было всегда фишка Telegram. С другой стороны, мы все свидетели того, что там через соцсети и наркотики распространяются, и преступные сообщества создаются. Как вы считаете, это безвыходная ситуация? Вообще, это темная сторона соцсетей, это неизбежное зло? Ну, да, любое популярное средство, ну, даже кухонный нож, да, может служить для приготовления пищи, а может служить и для совершения преступления. Поэтому, ну, тут надо как бы соблюдать баланс, вот, о чем вот то, что я вначале говорил, что, да, есть такой вот, что называется по-английски, трейд-ин, да, то есть вот... балансировать, очень тонкий баланс соблюдать между свободой слова и тем, что нельзя допускать использование различных средств, ну, в том числе социальных сетей, мессенджеров для преступных сетей. И тут надо соблюдать. Это сложно, да, это непросто, но, как говорится, мы не ищем легких путей, но это надо делать. Угу.
А как вы считаете, вы уже немножко, да, упомянули эту мысль, проговорили, то, что вряд ли там Дурова посадят на 20 лет. А с вашей точки зрения, как будут развиваться события? Кто или что окажется сильнее, Телеграм или правительство Франции? Ну, тут трудно сказать, но я думаю, что какой-то компромисс будет достигнут между правительством Франции, требованием правительства Франции для модерирования различных каналов, внутри закрытых каналов внутри Телеграма и как бы свободы слова, о которой так любит говорить Павел Дуров. Павел Дуров, да, действительно, это выдающийся человек, выдающаяся личность, которая достигла большого успеха, вот создав такой мессенджер очень популярный. Ну, я хотел бы сказать, что вот еще раз повторить свою мысль, что мессенджер-то, он, конечно, популярный, да, почти миллиард пользователей, но в основном вот в странах с недемократическим устройством. Ну, спасибо за ваше мнение, за то, что вышли с нами сегодня в прямой эфир, обсудили эту новость последних дней. Спасибо вам, Талгат. Вам спасибо за приглашение. Всего вам доброго. Рад у вас выступать. До свидания. До свидания. Кто финансирует Айран? Чьи мы? Дариговские, прокремлевские или госдеповские? Где мы снимаем наши видео? Как устроиться работать на Айран? Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, даже самые неудобные и неполиткорректные. 29 августа, в этот четверг, в 20:00, мы проведем стрим с нашими зрителями. В прямом эфире мы будем говорить на те темы, которые вас интересуют. Мы хотим узнать, кто и почему нас смотрит. Мы отдаем себе отчет в том, что среди наших пользователей есть не только наши единомышленники, но и наши антагонисты. Для Айрана важно общение со всеми. Вопросы отправляйте в комментариях под постом в сообществе YouTube. Ссылка на него указана в описании под этим стримом. Также вы можете записать свой видео-вопрос и прислать нам, и мы покажем ваш ролик многотысячной аудитории. Авторы самых неожиданных и острых вопросов смогут лично стать участниками стрима. Пишите, комментируйте, оставляйте лайки, и все это важно для нас. И к другим новостям. Солдату-срочнику из Нацгвардии Ербаяну Мухтар становится лучше. Родные опубликовали видео, на котором юноша реагирует на слова и даже машет рукой. Давайте посмотрим опубликованные кадры. Ивен, все, кон мне покажи давай. Кон мне покажешь, мам? Ага, давай, покажи. Молодец, Ербан, покажи вас, мам, покажи, жан, молодец. Все, давай, пока. Напомню, 22-летний Ербаян Мухтар спустя несколько месяцев службы в армии оказался в больнице, а позже и вовсе впал в кому, из которой вышел только спустя полгода. По официальной версии, такие травмы он получил якобы потому, что поскользнулся в туалете и ударился головой о плитку. Родные в эту версию не верят и считают, что Ербаян стал жертвой дедовщины. Пожалуй, самое вопиющее в этой истории, что военные уже отправили парня в хоспис умирать. Мол, никакого прогресса у него нет. Семье Ербаяна не было оказано никакой материальной помощи, но родственники солдата верят, что его можно поднять на ноги. Они борются за его жизнь. А неравнодушные казахстанцы помогли им собрать более 200 миллионов тенге. Огромное количество людей верят в чудо, а Айран присоединяется к ним. На нашем канале вы можете найти материал про Ербаяна, о том, в каком состоянии он сейчас находится, кого винят родители, на какой стадии расследования и что сейчас происходит в казахстанской армии. На эти темы мы разговаривали с отцом Ербаяна Хамитом Айтмагомбетовым, адвокатом семьи Инга Иманбай и военным экспертом Даулетом Жумабековым. Подробности в нашем материале. А в Караганде вынесли приговор мужчине, избившему водителя скорой помощи. Его приговорили к 2 годам колонии. Напомним, в январе этого года Нурбулат Дакибаев напал на водителя. Якобы агрессору не понравилось то, как была припаркована машина медиков. После драки пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами. Вот фрагмент этого видео. Сенгесімді мелендің, мен сені әлді, шаңдар, сұт өтіп баратырым, мен сені вообще көріпті тұрған жоқ. Нені жерді айқаладым бір екі ретті, мағанда ке мен әжерімен пұқ өттім, жатсын қарап бақ. Лақауайдан көріптім ғой мен сені? Отыменен, мен сені көріп тұрған жоқ мұн? Мен сені көріптім ғой қарағаның мен, я?
работников скорой помощи высказалась тогда бывшая глава Минздрава Ажар Гениат. Она заявила, что такие нападения не редкость, и виновников надо наказывать по всей строгости. В СМИ появилась информация, что в Уголовный кодекс планирует внести две новые статьи для защиты медработников. О том, как часто медики сталкиваются с насилием, почему это происходит и помогут ли изменения на законодательном уровне, мы прямо сейчас поговорим с главным координатором отраслевого профсоюза АКНИЕД по уголовным, административным и гражданским делам по защите прав медицинских работников. Добрый вечер. Добрый вечер. А давайте начнем с карагандинского случая. Суд признал водителя скорой помощи жертвой, а человека, который его избил, преступником. Его приговорили к 2 годам колонии поселения. Как вы оцениваете этот судебный процесс, который проходил в режиме онлайн, и приговор, который в итоге вынес суд? Ну, по практике я вам скажу, что очень редко такое бывает, когда, ну, в данном случае, видите, да, был вред здоровью сотруднику скорой помощи, да, средней тяжести, соответственно, была статья применена по признакам, квалифицирующей 107-ю статью в части 2. И я думаю, что здесь по части 2, когда связан, да, с осуществлением, да, своей служебной деятельности и профессионального долга, максимальный срок здесь идет 3 года. Но учитывая характер и также опять раскаяние самого, да, подозреваемого человека, который, да, это избившего, да, сотрудника, некоторые были обстоятельства смягчающие. И то, что наш сотрудник в итоге сам тоже просил, он это сделал публично, то есть все учитывая в совокупности, 2 года, то, что назначили, я считаю, что это соразмерно. И очень правильное было решение со стороны суда, что в таких моментах все-таки надо наказывать, потому что там был большой риск, тем более бригада скорой помощи приехала к маленькому ребенку, да, там грудничку, и не дай бог, то машина должна быть всегда наготове в таких случаях, потому что дальше там может на секунду, да, пойти, даже, ну, действительно на секунду, не только на минуты, на секунды, любое там какое-то бездействие там или может привести в итоге к печальным последствиям. Поэтому абсолютно я поддерживаю. Но учитывая степень и характер, все-таки можно было бы и строже наказать. Поэтому и предлагается, чтобы еще в Уголовный кодекс статьи внесли непосредственно вот по оказанию медицинской помощи, если будет воспрепятствие законной деятельности медработника. Здесь именно более ответственно, чтобы люди подходили к этому, и наказание было, ну, пожестче. Вот так вот. А как часто медики сталкиваются с насилием по отношению к себе? Кто чаще всего с этим сталкивается? Это бригады скорой помощи? Я вот помню, несколько лет назад в Алматы была подобная история, да, что фельдшер, по-моему, скорой помощи, ему прям пробили голову камнем на каком-то одном из вызовов. Кто чаще все-таки, да, с этим, да, сталкивается? Да, вот тот же случай, который вы говорили, да, про фельдшера, который был вызов Таугуль-1, по-моему, да, насколько я помню, да, уже просто время-то прошло, да, действительно он по голове получил булыжником, представляете, да, в итоге он стал инвалидом, и после долгой реабилитации этот человек только вот в настоящее время он пришел в себя. Это долгие мучительные годы, а все ради чего, вот непонятно, да, здесь. А в итоге медработник мог практически жизнь, да, себе сломать на всю жизнь, да, и остаться инвалидом, но благо, что реабилитация помогла, и сейчас он, ну, в здравии, да, пребывает наш фельдшер. И такие, к сожалению, я вам отмечу, то, что это от ваших глаз очень много не видно для вас, да, то, что происходит внутри. Я сам не медицинский работник, но начал работать в медицине уже в этом году, мне 12 лет будет, поэтому я увидел внутри, что происходит. Это действительно катастрофа, и что-то надо с этим делать. А вы многие вещи не знаете, то, что творятся, потому что, опять же, наши боятся, да, там, огласки, да, общественные, какого-либо резонанса, и все как-то на местах, да, тихо, молча решает. И тем более в этом, знаете, нам никто, медработников в целом, да, вот в их положение не входит, а наоборот оказывает давление. Давление со стороны правоохранительных органов, с акиматов. Более того, когда те же, да, люди, подвергшие, да, то есть, ну, насилию, да, медработников, они подключают связи, знакомых, да, здесь еще и, как бы, знаете, очень сильно действуют наши как раз вот эти отношения.
Вот. И поэтому не до конца по закону наказывают тех людей, которые должны были понести наказание. Это очень сложно. И медработники, зная об этом положении, они уже думают, что их никто не будет защищать, это будет все бесполезно. Даже вот тот талгарский случай, который произошел в ЦРБ, помните, в тяжелом состоянии, в итоге в реанимацию попали наши сотрудники. Это часть видео, которую санитарка видео сняла, но вы не видели то, что до этого произошло. 4 человека избивали его по голове. Врача-анестезиолога, представьте. Поэтому он в тяжелом таком состоянии попал. И если бы это не общественный резонанс, который дошел уже до депутатов даже, да, был вызван большой общественный резонанс, то я вам скажу по практике, такие дела, даже вот, которые вы, карагандинский случай, привели, да, даже вот при тяжком, да, нанесении вреда, эти дела могут быстро переквалифицировать на другую, например, на 111-ю. Ну, состояние аффекта, и, представляете, от штрафом делается, и все. Вот. И, конечно, здесь, когда нет поддержки, медработники просто, знаете, рукой махают, и в итоге они не защищают свои права, и не умеют они защищать, и не знают, как это делать. Буквально на днях опять было нападение, которое, опять же, да, не попало, да, в целом поле зрения ваше, да, к примеру, да, тех же СМИ там. Я хотя написал, я в Фейсбуке тоже веду страницу, я обязательно всегда такие случаи оповещаю, чтобы в курсе были. На самом деле таких случаев очень много происходит. Но, как я говорил, из-за этих обстоятельств, которые, да, медработникам некогда, им надо работать, они даже элементарно на больничный не выходят, представляете? Сотрясение мозга получили, надо же человеку пройти, как положено, да, полностью осмотр, пролечиться, на стационаре полежать, да? Нет, они уже на следующий день выходят на работу. Все почему? Опять же, здесь еще и финансирование очень важно, заработная плата, они боятся потерять деньги. И они, получается, дальше рискуют своим здоровьем и идут на работу. Хотя, чтобы применить ту же статью, необходимо, да, там, до 21 дня, да, чтобы квалифицирующий признак был, определить. Мы такие врачи и учим. Вы отдыхайте, лежите, лечитесь. Нет, они не хотят. Понимаете? И вот такие многие случаи, они в поле зрения ваше не попадают, и вы, так скажем, очень частично только знаете, что происходит на самом деле. Вот. А я как общественный защитник прав медработников вижу эту ситуацию, и буквально 5 лет назад я всегда как бы против, когда идет несправедливость в отношении человека, ну, те же медработники, это такие же граждане, как и мы, такие же личности, да, и когда идет преступление против личности, ну, на это глаза нельзя закрывать. Поэтому мы в рамках этого уже, знаете, в 2021 году по поручению президента, да, было разработать механизм юридической защиты и финансовой. И я участвовал в рабочей группе Мажилиса парламента как раз по данному законопроекту. Вот сейчас она уже скоро в октябре вступит в силу. В рамках этого плана профессиональной ответственности мы хотели бы, конечно, здесь и права пациентов надо защищать. Да, бывают профессиональные ошибки, мы согласны с этим. Но карательная практика в отношении медработников, когда, извините, висит топор над головой, да, никто нормально работать не сможет. Это все сказывается на психоэмоциональном состоянии. И тем более уголовные преследования, как президент отметил, порой они бывают необоснованные. А в целом это влияет на весь коллектив. То есть, когда вы представляете, знаете, что твой коллега, да, сейчас находится под уголовным преследованием, и возможно, что его могут посадить, то это сказывается на всех. Вот недавно был случай тоже по Сызганову, я вам скажу. Ну, после такой операции, которую провели правоохранительные органы, здесь ситуация неоднозначная, я вам скажу. Но итог какой? Итог такой, что эти наши врачи, одни из лучших врачей, которые пересадкой органов занимаются, да, почки, да, например, да, они уже боялись оперировать людей. А что им делать тогда? Таких у нас специалистов штучные. Приведу пример тоже Юрия Петровича Шумкова, которого убили, да? Да, его убили. Когда вы понимаете, медработник подвергается насилию, мы не должны забывать и о других пациентах, о их правах также. Потому что именно этот врач может помочь только он. У нас были такие, знаете, в районах отдаленных, да, в аулах сельских, да, наших центров, ну, в районных больницах были случаи, когда дежурный, например, оперирующий врач, он один дежурил, и на него совершено было нападение. Представляете? В этот же момент приезжает очень экстренный больной, его надо тоже в срочном порядке оперировать. А теперь вопрос, как
врач может в таком состоянии оперировать, который получил сотрясение мозга. Вот, к примеру, вот таких случаев. Поэтому надо защищать врачей. Защищая врачей, мы защищаем других пациентов. Юрий Петрович Шумков умер, а он, например, да, ввел очень тяжело больных. 100 больных, примерно около 100, я так скажу. И из них, я вам скажу, уже часть людей, благодаря Юрию Петровичу, они жили, продлевали им жизнь, да, врач. А они сейчас умерли. Представляете? Ну, смотрите, сейчас разрабатываются новые статьи в Уголовный кодекс за насильственные действия в отношении медиков. О чем конкретно идет речь? Чем эти нормы будут отличаться от общепринятых? Ведь сейчас предусмотрено наказание за нападение на любого человека, да, без разницы, медик он или нет. Почему нужна отдельная статья для медиков? Какие сроки там будут предусмотрены и за что? Я так считаю, что, в принципе, мы очень долго добивались, и в рабочей группе это очень долго муссировалось, и, конечно, правоохранительные органы были против, то они это мотивировали тем, то, что сейчас начнут и отдельные, да, получается, социальные наши группы, как, например, те же учителя просить, и каждый, что для всех, ну, невозможно, да, отдельные статьи делать. Но мы же опять сказали, что медработники, да, это совсем отдельная категория, да, и их работа, она также наравне с ЧС, да, правоохранительными органами, очень опасная стала, действительно. Те же вызовы, да, на дому участковых врачей, да, медсестер возьмите, да, также сотрудников скорой помощи, которые вот, на самом деле, вот они первые, да, сталкиваются с такими ситуациями, когда бывает, что поведение вот такого, да, агрессивное со стороны пациентов приводит к печальным, вот как вы сами уже сказали про фельдшера, да, таким последствиям. Угу. Поэтому в рамках этого мы считаем, что общие нормы, почему они не работают, я в части скажу, что раньше было в административном кодексе побои, да, и причинение, причинение вреда легкой степени, да, вот тогда. Это у нас были 73-й статьи указаны. И, знаете, многие отделывались простым штрафом. Да, там 15 тысяч тенге, 30 тысяч тенге только платили, и все. То есть получалось, что можно спокойно избить медработника, да, заплатить штраф, и все, и гуляй смело. Поэтому в этой части мы понимаем, да, что государство должно понимать, что медицинские работники – это такая социальная группа огромная, да, которая выполняет на самом деле, как бы ни говорили, что сейчас они все предприятия на ГКП, на ПХВ, да, то есть хозяйствующие субъекты, но они-то выполняют государственную функцию по охране здоровья нации, граждан наших в целом. Как бы там ни было бы, да, я всегда говорю, ну, уважаемые граждане, ну, посмотрите, мы ежедневно, врачи, ежедневно, каждый день по всей республике проводится около 2000 операций. Представляете? А если мы вот эти нормы, да, если мы эти нормы подробнее обсудим, что конкретно предлагают сейчас изменить? То есть какие-то сроки, ужесточения, что там будет нового? По части, да, вот ужесточение ответственности за нападение медицинского работников, это еще предлагалось нами еще в 2020 году, когда было обсуждение кодекса здоровья. И наряду, да, чтобы в сопутствующем акте, мы предлагали в 380 УК РК прим-1 зайти. Есть там статья такая, да, против порядка, да, государственного управления, куда входили правоохранительные органы, да, специально вот это государственные органы, это егеря, например, да, и военнослужащие, к примеру, да, и мы хотели туда добавить в том числе медицинского работника, 380 прим. 1 УК РК, то есть усилить ответственность. Потому как считали, что медработники наряду с правоохранительными органами выполняли очень важную государственную функцию по охране здоровья. И поэтому любое какое-либо там применение насилия и агрессия в отношении медработника недопустимо, так как на кону стоит жизнь других людей. Поэтому мы и хотели, чтобы мера ужесточилась и было более ответственно, да, к этому подходить. И наказание должно быть соразмерным противоправным деянием в отношении медицинского работника. И мы также предлагали 320-ю статью, это также моя поправка в редакцию, которую мы писали вместе с генеральной прокуратурой, представителем Гульдара Алданышина, это руководитель нашей рабочей группы, и Даулетом
Алдунгуров, это тоже Денчер, который возглавлял. Мы хорошую статью как раз придумали, 320-е, прим. 1, это воспрепятствие, да, оказание медицинской помощи больному, которое ограничивает доступ к больному, да, путем угроз, помех создания. Вы сами тут указали, вот во многих случаях вы сами знаете, что идет препятствие, да, к скорой, карете скорой помощи. У нас, к сожалению, культура водителя, ну, оставляет желать лучшего. А они не понимают, у нас нету солидарной такой ответственности, культуры граждан, что тем, уступив, да, дорогу скорой помощи, ты спасаешь жизнь другому человеку. Но эта жизнь может быть, знаете, мы не должны так отчужденно, да, относиться к другим людям. Это такие же граждане наши. Ты можешь завтра маленького ребенка спасти, уступив дорогу скорой помощи. Другого человека жизнь спаси. А это может быть и твой близкий, и родной. Я с вами согласна абсолютно. Ну, поэтому надеемся. За это тоже мы предлагали наказание, потому что, я же говорю, у нас были случаи, когда на минуты шли. Я вам расскажу даже свой случай. Скорая опоздала всего лишь на минуту, и человек захлебнулся в своей крови. Мы 30 человек стояли, которые даже не умеем первую помощь оказывать, мы не знали, что делать. И представляете, человек захлебнулся в своей крови и умер. Если бы кто-то из нас хотя бы первую помощь мог оказать, но мы простые граждане, мы не знаем. И вот тогда я понял, кто такой медицинский работник. Если бы хоть кто-то там, элементарно, даже медсестра, да, вот, которая это, она бы могла бы спасти жизнь человека. И вот когда я увидел, что на глазах уходит чья-то жизнь, это было страшно. Поэтому я труд медработников уважаю, и их надо защищать, их права. Потому что наша жизнь, я всегда привожу пример первого статью Конституции Республики Казахстан, да, где наше государство считает себя демократичным, светским, правовым государством и высшими ценностями которого является что? Жизнь человека, правильно? Uh-huh. И эта жизнь человека порой находится в руках наших медработников. И слава Богу, они нас спасают. Да, и спасибо вам. И я один из тех людей, которого спасли после тяжелой аварии. Именно медработники меня спасли. И поэтому сейчас с вами в эфире разговариваю благодаря им. Спасибо вам. Я надеюсь, что наши зрители, послушав вас, да, еще раз задумаются обо всей этой ситуации и о том вообще, как нужно относиться к медицинским работникам. Спасибо за ваше мнение, за информацию, которую вы озвучили. Хорошего вам вечера, ну а мы продолжаем программу. Как минимум 247 российских солдат попали в плен украинской армии в ходе наступления в Курской области. Об этом сообщает издание «Вашингтон-Пост», изучив более 100 видеозаписей и фотографий военнопленных. При этом журналисты проверили далеко не все источники, которые продолжают появляться в сети. Поэтому число россиян, попавших в плен, может быть и выше. Произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 115 на 115. Минобороны РФ заявила, что удалось вернуть военнослужащих, захваченных ВСУ, на территории Курской области. Между тем, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в своем телеграм-канале, что на родину возвращены 115 солдат-срочников. Украинской стороне удалось вернуть домой защитников Мариуполя и Азовстали. Продолжается обстрел территории. Российские военные выпустили более сотни ракет и около сотни беспилотников по украинским городам. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В российском Саратове и Энгельсе сегодня украинские дроны врезались в две многоэтажки. Есть пострадавшие. И предлагаю отвлечься от печальных новостей, порадоваться за президента Ботсваны. Главе южноафриканской страны показали второй в мире по величине алмаз, который был обнаружен на одном из рудников. Реакция президента оказалась настолько эмоциональной, что сразу же разлетелась на мемы. Впрочем, посмотрите сами. Both. You have to have both. And what? So this is the 2,492 carats thing. God is good. Вес драгоценного камня на секунду составил 2492 карата, или почти 500 грамм. По некоторым данным, его стоимость уже оценили в 40 миллионов долларов. Впрочем, камень все равно значительно уступает знаменитому кулинану. Самый большой драгоценный камень весил 621 грамм. Его нашли в Южной Африке в 1905 году. К несчастью, на алмазе были трещины, которые не позволили огранить его в
в один крупный бриллиант. Поэтому было принято решение расколоть его на 9 осколков, крупнейший из которых позже стал бриллиантом «Большая звезда Африки».